Друзья мои, всем огромный привет! Я, как и обещала вам, мы приехали в старую часть города. Это город Волжский. И сейчас мы с вами направляемся на рынок, на старый рынок. Здесь продают растения. Сейчас я с вами пройду, и мы посмотрим, что там продают, какую цену, всю красоту. Сколько она отдала? 400. Ну, правильно, 400, 300. Что, лишние деньги выкинуть? Ну, не, это будете кушать. Будете меня вспоминать, благодарить. Ну, хорошо. Да, вот я купил помидоры. Нет, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Думаю, может что-то определенное. Распродажа, девушки, пожалуйста. Распродажа это как? 100 рублей шаровидная сегодня. Сами крупные посетители. Еще разные сорта там есть. Наберу, если надо. Канны у меня шикарные есть, девушка. Вам реклама не надо? Смотрите, какой этот самый... Цветет. Она настелится и цветет. Эфиопсис. Берите. Ирисы красивые у меня. Здесь. А, там что? Вот. Вот она. Цветет. Вот так.
На балконе. Так, давайте вот это. Нет, нет, наличные. Угу. Ну, вы же его пересадили и земли добавили. Ну, нет, так же должно быть нормально, да. Так, вот этот? Да, вот этот и... Вот этот. Да, вот этот. Вот. Нет, я вас не буду. В таком бидоне. Что? Куда это вкладывать? Ютуб. Вот такая красота. Ой, смотрите, какая прелесть, а. Вот здесь я могу поговорить немножко. Здесь никого нет. Вот здесь, я думаю, разговоры даже лишние. Смотрите. Какого цвета. И такая вот черненькая. Красивая, да? Необычная. А эти сколько? Глаза разбегаются здесь.
Не возьмете, да? 40 каких? Одинаковых или разных? Давайте разных. Самый да. Так, там 20 и 20. А типа дома есть, да? Да. Ток? Нет. Нет? А то в ТикТок ноги снимают. А вы продавец? А скажите, это как называется точек? Это с первым, да? А это какой высоты? Ну вот оно весь, сейчас кусты пойдут. Угу. Почем один кустик? 150. Кусты большие такие. Такие кусты уже. Весь махровый такой набивной. Солнца просто нет, он бы раскрылся. Все, спасти большие. Так, уж рассада есть, и помидоры, и все на свете. Купила себе вот дополнительную рассаду, лобелия, петунья, потому что моя не вся взошла в этом году. И сейчас я вам покажу обязательно, что я еще купила. Так, девчонки и мальчишки, смотрите, я купила все-таки вот этот вот хризантема, который цветет осенью шариком мультифлоры. Взяла 4 цвета: белое, желтое, бордовое и красное. И не удержалась, взяла еще пару флоксов. Один флокс вот такой. Кустики уже мощные, крышки хорошие. И всего 100 рублей. И вот он примялся, но это вот видите темное, это такая особенность сорта. Все это встанет. Корни мощные, за 100 рублей. Знаете, на этом базаре можно найти столько всего интересного, что даже в обе не найдешь. Эксклюзивы, так сказать. Так что вот довольствуюсь. Теперь надо ехать, все высаживать.